Всем привет, с вами Агам, и вот это уже третья часть выживания в RimWorld. Как видите, у нас есть новый житель, это Юки, и Кити это не наша, ее нам дали, мы как бы за ней будем смотреть, она хочет посмотреть, как развиваются другие, как это, не племя, а... Другой народ, короче. Вот так вам скажу. И она хочет посмотреть и на нашу культуру, и что-то такое. Типа того, писала. И у нас он напал на нее почему-то. И у них завязалась драка. Вот сейчас лечится. Я хотел бы это запретить им, а пусть используют это. Здесь, наверное, должно быть холодно, да? Чтобы оно лучше держалось. Так, мы делаем температуру вот так. Вы бы знали, как мне все было печально за кадром, когда я себе просто так играл. Так, здесь... Это кто? О, ребята. Вот это нам нужно как-то переиграть. Вот это нам нужно сейчас будет переиграть. Так, мы сейчас быстренько переиграем, просто не посмотрела. Что творилось? Вот так. Так, и даем им работу. Врач один. Врач один и врач один. Пусть лечит как уже есть, потому что... Кстати, мне усмотрела. Все, он здоровый, наверное. Да, все нормально. И работу врач хоть будет пока что. Один вот здесь, а это уберем. Так, вот так все у нас и начинается. Вот эти пусть обрабатывают стены. Он пока что добывает. Нужно построить какой-то вход. Так, риск нервного взрыва. О, сразу проходит. Это хорошо. Хорошо, что мы спасли всех. Так. Где? Постройки. Сейчас можем поменять на стена из стали. И также вот это. И где ворота? Где? А, постройки. Извиняюсь, ребята. Немножко уже спать хочется. Потому могу как-то протупить. Так. Все нормально. И нужно скопировать постройку и поставить ее где-то вот здесь. Так, нормально. Думаю, даже еще сделать пол. На 7 и до сюда. С кем он дерется всегда?
Просто интересно. Так, а если вот так сделать? А, нет, ее арестовывать нет смысла, потому что у нас с ней очень часто драки. Да, а так посмотри, что у нее есть. Я бы не сказал, нет, ее нет смысла, мне кажется, арестовывать. Так что пусть вот так и будет. Пусть они строят, достраивают это все. Сталин у нас есть. Нужно уборку сделать нам. Вот так нужно бы сделать. Пусть эти 2% долечатся по-быстренькому, потом их уберем. А, вот здесь работа. Уборщик нужно сделать. На 2. Или пусть носят, или пусть убирают. Я думаю, вот здесь, вот где-то так немножко... копать и сделать склад. Я даже знаю где. Я уже вроде строил или нет? Так, я понял, соединено. Да? Или нет? Ну теперь я точно знаю, что все соединено. Это нам должно хватить надолго электричество. Так, только здесь, чтобы меньше портилось, нужно сделать, наверное, кондиционер. Да, где? Температура. Температура нужно зайти и вентилятор. Вот здесь и вот здесь 26 внутри, 28 здесь, также 28. Если вентилятор больше не снизит тепло, это будет плохо. А здесь тоже 26.
Все, оно должно поменьше портиться, мне кажется. Если это более-менее реалистично. Так, а вот это нужно так забрать. Вот это можно еще скопать. L, так, скапаем. Пусть это уже тоже все скопает. Только чтобы дальше не шла сталь, потому что нужно будет много копать. Дальше стали не будет, походу. Так, давайте дадим приказы. Приказ. Приказ первый. Скопать вот так. Второй скопать вот так. Ну, это будет много, наверное, скапывать. Вот только, но... Ну, пусть они скапывают понемножку. Это сильно расширит территорию. Я им дал много работы, мне кажется. Очень много. Давайте сделаем тогда область, она обязательно нужна. Свалка пусть будет, и пусть будет она здесь. Здесь я хочу сделать большую свалку, потому что куда это все вставлять? Это все нужно перенести. Так, на все вылечились, что можете спать дома. Одна проблема, что у нас дерева мало. Вот это проблема. Что ты делаешь? А, ты переносишь среди ночи. Это же ты... А, нет, это она. Так, я думаю, это все будет перенесено. А что дальше делать? Нам этой еды, наверное, не будет хватать так очень сильно. Еды, наверное, не будет хватать. Мне нужно делать огород побольше. Так, сколько здесь? Температура 17, 26, здесь 24, 22. Я думаю, что-то все же повлияло. Так, сколько здесь? 17, и посмотрим, может что-то один даст. Я по 16 градусов. Сколько? А, это показало 20, 17. Оно старается держаться. Вентилятор, я так понял, не что есть, что их нет. Ну что, придется это все разобрать. Или нет? Если мы сейчас возьмем,
эти постройки, постройки, постройки. Вот, а на стену на синий мы не сможем. Почему свет пропал у нас? Так что с электричеством мы сейчас все с вами посмотрим. Что не так? Смотри, у нас ресурсов не так уж и много, но... Так, у нас овечья шерсть. Так, что у нас здесь так всего много? Ребят, наверное, на этом буду заканчивать. Всем подписываться на канал, ставить лайки и всем пока, так как ролик оказался очень длинным.